Добрый день, меня зовут Евгений Медовый, компания Casa Limone. Мы представляем итальянские бренды, наш основной бренд La Valle. Фабрика расположена под Неаполем в регионе Салерно, где томаты выращиваются более 150 лет на самых подходящих для этого почвах, вулканических, вокруг Везувия. Верхняя линейка продуктов La Valle обладает сертификатом Bio. Это прекрасные очищенные томаты, которые производятся только в августе в момент сбора, сразу упаковываются в банки и поставляются на наш рынок. Также мы производим томаты для масс-маркета, рубленные и целые. Это продукты для обычных магазинов, сети дискаунтеров, массовый ритейл. На выставке, кроме La Valle, мы представляем бренды био и эко продукции нашей линейки. Спагетти нутри био, цельнозерновые. Это очень-очень полезный продукт, произведенный без каких-либо добавок, из особого сорта зерна, только итальянское зерно. Спагетти подойдут магазинам, которые фокусируются на био-экопродуктах, а также для тех людей, кто сфокусирован на органик еде. Перейдем к оливковому маслу. Оливковое масло Bono, Bonolio, производится в Италии. Это масло регионального происхождения, то есть снабжено сертификатом DOP, также био-эко-масло. Оливки собираются только в определенном месте в Сицилии, и там же на фабрике производится. Масло замечательного качества, вкус потрясающий, рекомендую попробовать. Наш следующий бренд – это печенье Кредл, производится без масла пальмового, по самым высоким стандартам, как и все итальянские продукты. Это вкусное классическое итальянское печенье, которое, надеюсь, понравится потребителям. И переходим к нон-фуду, в категории непродуктовой. Органик, бытовая химия – это средство по уходу за домом, для ванной, кухни, всех поверхностей. Также есть жидкости для стирки, жидкости для посудомоечных машин. Высочайший стандарт качества, абсолютное отсутствие вредных химических веществ, строгий контроль. Новинка на российском рынке, подходит для любых деликатных тканей и для людей, которые следят за минимальным присутствием бытовой химии в своей жизни. На выставке ProdExpo мы участвуем впервые. Компания Casa Limone начала свою деятельность около года назад. Линейки, которые я представляю сегодня, Bonolio, NutriBio и Fura Bio, только поступают на российский рынок. Это новинки. Вы их видите впервые. Мы представлены в нескольких российских сетях. В Москве вы можете увидеть наши товары на полках универсама «Я любимый». Фабрика обладает сертификатами Кошер, Халяль, сертифицирована по ISO 9000, соответствует всем высочайшим стандартам. С 1946 года фабрика Альфонсо Селитто соблюдает высочайший стандарт качества и поставляется на рынки Бразилии, США, а теперь еще и России, постоянно выигрывая слепые дегустации, конкурсы качества. Мы гордимся вкусом нашего продукта. Вкус – это главное. Здравствуйте, меня зовут Ренато Саннадзаро. Я представляю итальянские продукты наилучшего качества из разных регионов. Все наши продукты – это классические итальянские продукты, которые произведены на семейных фабриках итальянских владельцев. Объединяет наши продукты то, что все они произведены по классическим итальянским технологиям. Семья Альфонсо Селитто, которой принадлежит фабрика La Valle, его производит 6-го года, строгом соответствует классической технологии производства итальянских томатов. Регион Салерно под Неаполем – это сердце производства всех итальянских томатов, откуда родилось производство классических томатов в Италии. И фабрика Альфонсо Селитто расположена в Салерно и на протяжении 3 поколений управляется семьей Селитто. Традиционно продукты производятся без каких-либо добавок. Это относится как к линейке Bio-Organic, так и к классическим томатам. Фабрика производит только томаты по итальянской технологии, так, как они производятся последние 100 лет. Россия и Италия похожи своими традициями. Это семейный стол, за которым собираются все члены семьи. И наша традиция производства продуктов для семейного потребления
очень похожа на то, как россияне воспринимают продукты. Продукты высочайшего качества, которые не стыдно предложить своим близким, это то, что мы предлагаем российскому потребителю.